Старая добрая Шаболовка, где раньше снимали тихие детские и образовательные передачи, в 92-м перенесла настоящий панк-концерт. Программа «А» снимала автоматических удовлетворителей. Эта группа называется «Оркестр АУЛ». Баба Голубев просит, чтобы какой-то товарищ Пешков поднялся на сцену и снял. Луковица где? Постоянные переводы в отделение милиции, высаживание с поездов, раздевание на сцене догола – таков образ жизни лидера автоматических удовлетворителей. Тема его песен – бытовая агрессия, лирика, любовь к крепким напиткам и нелюбовь к буржуям. Тельняшка, в которой выступал Андрей Панов долгое время, стала визиткой панков и анархистов в России. Я парень смертный, немного нервный, и даже в школе был непримерный. Учитель классный, а шмот прекрасный, орал как осел несчастный, всем по жизни прям под раком. Руки в ноги взял и куда. А почему сегодня не побрился? А сегодня не надо. Как это не надо? Слушай, скажи, я нажрался и не смог побриться. Скажи, я нажрался. Скажи, ты нажрался и не смогла побриться. Одиноком может мне, я проблемы не терчаюсь. От ноги сильной судьбы, от себя я опасаюсь. Если умер, значит, кто? И нельзя придумать лучше, отвратительный как стоп. В Ленинградской своей пути день прошел. Вот другой, два прошло, и ничего. Удивительный матраза. Отдыхаю от тебя. И естественно тошнит, но когда бутылка на столе, то порой бывает лучше мне. Сам по жизни доктор Айболит, только все равно потом. Из уст самого свина исходит такая самая характеристика. Я веселящий, мягкий, добрый клоун. А вот Летов именно такой панк, борец, все круши. Вот так и должно быть. Закончила свое выступление группа «АУ». Да подождите, сейчас будет группа 600, то же самое, только писька сбоку, господи. Я живу на каком-то старом заводе, по ночам, значит, сижу на крыше, вою, и, значит, там таз, значит, такой огромный, на котором цепями прикованы медные кружки, и все оттуда, значит, пьют пиво, значит, черпают, значит, и все это мне рассказали так серьезно, я даже не знал, что сказать. То есть... Это правда? Да. В Ленинграде основная панк-тусовка собиралась в спальном районе Купчино, в квартире Андрея Панова, легендарного свиньи. Его музыка казалась радикальной даже радикалам из рок-клуба. Хотя сам Свин происхождением совсем не походил на Джонни Роттена из Sex Pistols. Интеллигентный парень из балетной семьи, но при этом талантливо шокирующий обыватель. Всех вокруг, и милиция. Вот по Невскому хожу, на буржуев я гляжу, водки вынес, дал в работу, а
прохожий мне помог. Вот когда нас в Ленинград чей-то сраный депутат, я с угла его стерег, безобразие брызг. Свиньи проверили паспорт, а у него, значит, паспорт был такой в 4 раза сложенный. И в носке там где-то. Он его так достал, такой раз, и менту показывает. Мент такой, нифига себе. Так посмотрел, что это такое. Говорит, а там, значит, написано место рождения, город Ленинград. Внизу свинья, город-герой подписал. Ну и там типа русский внизу, я не русский, короче. Ну, в таком духе. Ну, а дальше телефоны всякие. Конечно, такой великий человек, великий артист и по-настоящему бескомпромиссный тип, как Свин, вот ему в ленинградский рок-клуб вписываться было бы не очень корректно. Хотя он хотел туда войти. Ни автоматические удовлетворители, ни группу «Фронт», ни народное ополчение в рок-клуб мы не могли принять по идеологическим причинам. Слишком агрессивно, депрессивные тексты, так вот примерно можно сказать. То есть их тексты на тот момент было залитовать невозможно. Но есть надежда, не будем жить как прежде. Но есть надежда. Ну, Бакаса, ну, Бакаса, ты вы знаете, которого в прошлом году решили то ли за, посадить, то ли... Ну, ладно. Сейчас с вами разберемся. Брать в рот? Ну, возьми. Сейчас, я только переоблачусь. Да он всегда догола раздевается и дома, и на концертах. Вдруг откуда ни возьмись, сейчас бегает. Кто там? Я в нем и дома хожу, в принципе. И выступаю. Что это? И сплю. Просто у меня тесли перепало мне наследство. От папаши прислали. Я сразу накупил аппарат сюда. 0,5 киловатта советскими. Купил кучу инструментов. И у меня сюда собирались, пели, плясали. И Цой здесь при мне начал сочинять и писать. До этого он просто играл на басу у Максима в палате номер 6. А тут чего-то его так заставили, что ничего не сочиняешь себе, все сочиняют, и давай. Он человек скромный, его уже надо же скачать. Я бы сделал стеклянного Цоя из бутылочного стекла. Поставил его, как старого Томаса, на шпиле того здания, дома, где он жил, на парке Победы. Проделав крюк, всегда не знаешь, когда каюк. Я хочу купить себе трехмоторный дельтаплан, чтоб летать быстрее мухи в магазин «Универсал». Мне ничего не надо, лишь только дельтаплан. Это странное место Камчатка. Я пришел, посмотрел, хорошая котельная, в центре города, удобно все. И пригласил Цоя. Мы там в 10 дней у нас разница по поступлению на работу. Потом пригласил Башлачева,
Цой пригласил Котельникова, и так пошло-поехал, и приглашали только как бы своих. Большое достаточно помещение, где можно было собираться, тут играть на гитарах, тут никому мы не мешали, круглосуточно абсолютно. Поэтому здесь постоянно было человек по 15-20, и было очень весело. Работа, естественно, шла, но, тем не менее, тусовка была основным занятием нашим. На вокзалах ночевать детишек, рейсеров заража. И столько сел я фильм смотреть, как оперы смехались. Не думал, что кино смотреть наркомы обожаю. Мгновенно зал весь опустел, знакомые разбирают. Ну, такая у тебя че такое? Основная работа — грузчик. Грузчик? Круто, у тебя работа грузчик. Ну, как бы бог. Призвание грузчик. А вообще-то продавец. Продавец чего? Шарик? Всего чего угодно. Мы не можем отдать. Всего чего угодно, что дома. Злая шутка, но хорошая. Злая. Папа, я до конца не красивел. Началась обала. И столько сел я фильм смотреть, как оперы смехались. Не думал, что кино смотреть наркомы обожаю. Мгновенно зал весь опустел, наркомы разбежались. Я зал спокойно оглядел, где не оказалось. Утренничек, резко я забрала. Я до конца не досидел, началась обала. Как голодный туристы крут, как советский пьяница селедку, как злой керамист и дуру. Я тебе эту душу измотала, видно буду ночью плохо спать. Ничего вчера опять не дала, но дашь мне кого-то целовать. Котик ты мой котик, тепленький животик, ну а я твой песик. Тепленький поносик. К нам, к нам!
Клуб «Корсар»! Арбенна! Нет? Ну ладно. Завтра мы с тобой пиво пить не будем. Сволочь! Кого мужика подумал, а хватит ты мне тройка. Я б гадкое сделал ему западло. Проснулся, пошел к гастроному, хотел по очереди стать за бедном. Я так удивился, я был поражен, когда пустовал замок гастроном. Куда колесе я спасен соловья, который подумав упал на меня. Куда пошел за стон, она на мыслях моих обрешлась я. Как я люблю, я тебя вкус. Вчера купил 3 бутылки водки, это правда. И выпил их один. И выпил их один, почти. И вырубился. И вырубился. И обещал, что сегодня будешь в норме. Я обещал, что сегодня буду в норме. Кто-то не промазал, девочки дымятся, им не до I love you. На полу битый истекает кровью. Я желаю, я хочу тебя. Свинья, улыбнись, ты за историей. Когда мы начали идиотничать, еще не было никаких панков. Один раз позвонил Юфа вечером. Говорит, ты знаешь, на Западе появилась группа кретинов типа нас. Называется Sex Pistols. Сейчас передали одну вещь по голосу Америки. Но я говорю, как музыка? Типа Слейда, говорит, только хуже раз в 5. Я говорю, ладно, чего там внимание обращать? И повесил трубку. Thank you.
Гоголя моего коня. Когда на крышах тает снег, умереть в морозную погоду, умереть, как взять и умереть. Снег лежит на крышах, в лужах мерзнет лед. Глупая примета, верба росту идет. Глупая примета, верба расцветет. Умереть морозную погоду, никогда надежды больше нет. Умереть, когда замерзнут груши. Умереть, так просто умереть. Снег лежит на крышах, в лужах мерзнет лед. Глупая примета, верба расцветет. Глупая примета, верба расцветет. Мерзнет лед. Глупая примета, верба расцветет. Ла-ла.